Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников и их биографией. Уильям Крей родился 29 декабря 1828 года и умер в 1889 году в Мюнхене. Был немецким художником-портретистом, жанровиком, пейзажистом, а также иллюстратором. Эти данные я взял из переводной Википедии. Уильям Крей в некоторых английских текстах пишется Уильям Крей. Работал ювелиром до 1848 года. В 1848 году учился в Королевской прусской академии художеств в Берлине у Юлиуса Шредера, Германа Стилке и Вильгельма Ширмера. С 1856 по 1872 год участвовал в выставках в Берлинской академии. В 1860-х был в Париже у Александра Кабанели и Поля Бодри. Впоследствии он снова уехал в Берлин, где работал в основном портретистом. С 1867 по 1871 год Крей работал в художественной студии в Риме, откуда совершил множество поездок в Неаполь и Венецию. Вернувшись в Пруссию примерно в 1872 году, он стал членом Ассоциации немецких художников. С 1878 года жил в Вене, участвовал в международных художественных выставках в мюнхенском «Гласпласт». Стиль Вильгельма Крея характерен для немецкой салонной и выставочной живописи середины конца XIX века и сосредоточен на романтизированных сюжетах из истории, мифологии и аллегории. Аллегория зимы, южанка как аллегория музыки, русалка, корабли и русалки, а также миф о Лорелии, которые были широко скопированы и воспроизведены при его жизни. Его психея с бабочкой на берегу озера была воссоздана на сервировочных тарелках Королевской Венской Китайской компании примерно в 1889 году. Публичные картины Крея до сих пор украшают стены Кельнского музея и музея Граца. По словам Бенезита, картина Крея «Венера Афродита», написанная примерно в 1880 году и первоначально предназначавшаяся для короля Баварии Людовика II, была продана 7 марта 1911 года французскому коллекционеру за 8500 франков, огромную по тем временам сумму. Картина – одна из величайших работ Крея, тематически и стилистически похожа на картины Уильяма Адольфа Бугро «Рождение Венеры». Ну, так вкратце, все, что мне удалось найти о немецком художнике-портретисте, жанровике, жанристе, иллюстраторе Вильгельм Крей. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Thank you.